Доброго ранку, вже вітаємо у наших гостях Дмитро Тарасюк, засновник та керівник творчої спільноти Crazy People Group. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну що? Сьогодні про класний, цікавий проект ми поговоримо, про караоке. Тепер можна відчути себе справжньою зіркою. Да, именно так. Ну, мы привыкли все петь под минус в караоке-барах, караоке-кафешках, но в этот раз, именно 16 и 17 декабря, вы можете караоке спеть полностью со всей группой. Это барабанщик, это бас-гитарист, это клавишник. И если у вас немножко с голосом, ну, не удалось, не получается, но вы очень любите петь, в любом случае приходите, пойте, вам вокалистка и поможет вытянуть. Будет круто. Який бенд буде? Кого запросили? Наші, не наші? Ребята из города Николаев, да, мои земляки, приедут в наш город и с такой программой, это Bad Sister группа. Она уже приезжала в феврале в Дублин, играла сольно, ну, имеется в виду, нет, никакого караоке не было. На сегодняшний момент у них есть полностью вся программа по караоке. Известные песни это какие Лобода, такие Нирвана, Бумбокс, то есть, ну да, перепады разные, да, то есть на любой вкус. Ребята выдают вам текст полностью, то есть вы поете. И сколько это стоит? Самое главное, не забывать уже сегодня позвонить и заказать столик. Депозитов никаких нет. Вход всего 50 гривен. Песни бесплатно вы поете. Ага, так это очень удобно. Безкоштовно вот. Песни. Вот с того треба починати. Я ж тут нещодавно там, теж почала. Там очередь, может быть, видимо, будет большой, поэтому... Главное не забыть просто позвонить по номеру телефона, который указан на афише. Маша, продиктуй. А я можу. Отож, візьміть, будь ласка, щось, аби записати номер телефону, або шукайте його у соціальних мережах, на різноманітних інформаційних сайтах. 095-577-70-70. І самое главное, що це все буде відбуватися в Малина Паті Бар по 22А. Розкажи, будь ласка, чи буде їх концерт до того? Вони будуть виконувати якісь свої, ну, свої пісні чи кавери? Кавер, кавер. Це кавер-команда. Тобто, понятне діло, якщо буде багато бажаючих, значить, будуть петь. Не они, если будет, ну, то есть заполнение. В любом случае, они споют, да, так сказать, покажут, как нужно петь, а вы уже давайте. Старт с 19:30, насколько я бачу, а завершуем мы, когда я не співаюсь? 2 часа точно поете. Ага, 2 години, как минимум. Я так розумію, буде, як завжди, організовано, в порядке черзі, і ти, ну, підходиш, понятно, да, замовляєш свою пісню. Отут я бачу перелік групи. Это прям даже Лепс есть. Рюмку водки, споем. Лобода, да. Майкл Джексон, Ленинград, Нирвана, Бумбокс, Бон Джові, Земфіра, Ліпріконса, ACDC, багато іншого. Все, що завгодно. Там буде якийсь перелік треків, які можна, да, собі обрати? Так, вони привезуть іменно, ну, от наш каталог, да, там, пісень. Дмитрий, я, звісно, хочу тебе розстроїти, але 2 часа буде людям мало. Это же караоке. А на этом мы сделали 2 дня целых. То есть давайте, приходите на следующий день, 17-го, и будем петь. Дальше еще продолжать. Дальше. Главное, еще раз напоминаю, сегодня уже наберите, закажите столик, дабы никто не переживал, что в очереди а сколько, там не хватит песни. Места есть, сколько можем вместить столиков? Да, 150 точно человек. То есть по столикам все сидят. Така практика вже десь була, чи це таке наше ноу-хау? У нас в городе это ноу-хау. В Николаеве у них было уже несколько таких программ, вечеров, то есть они каждый раз улучшают. Для города это, да, впервые в городе, у нас еще ни разу никто не выступал, в живой караоке не было, так что... Вот. А ты пробовал, насколько взагалі это круто відрізняється від простой фонограммы? Где-то, наверное, года 1,5 назад мы делали вечер с местной кавер-командой, это Anatomy of Elements, и как-то вот так импровизованно мы заполняли паузу, да, между выступлением. Ну и давайте попробуем споем как бы песню. Лично я, да, спел «Яблони». Это было круто. «Яблони»? Да, «Ляпис Трубецкой». «Когда яблони»? Да, да, известная песня. Но это было спонтанно, да, и, ну, очень интересное такое ощущение, ты поешь, такой фронтмен. А тут еще питання про фронтмен. Ну, зазвичай, ті, у кого, ну, так, скажімо, ведмідь на вухо наступив, да, ми зазвичай намагаємося знайти собі компаньйона, якому також наступив ведмідь, але тоді не зрозуміло, кому з нас більше. Да?
да? І зазвичай дуже люблять співати дуетами, тріо і так далі. Чи буде тут така можливість, чи ти один Только будеш один. Позоритися? Ні, мікрофонів як мінімум буде три. То есть и вокалистка, и вокалист тоже будут помогать, если уж, уж медведь на ногу. На ногу, на ухо. На обличье. В общем, если потоптался по вашему медведь, на меня не переживайте. Дело не могу понять. Нормально. Ні, ти в мене красунчик, ти що? Ну, понятно. Насправді дуже цікаво. Це буде основна програма, тобто, я так розумію, все одно на початку зазвичай наші люди соромляться. Ну, розогрів, понятно, починає група, то есть показывать, потом, ну, это все будет интерактивно. Будет. Почути їх можна в інтернеті, в принципі, да? Да, Bad Sister є такі. У Гуглі дивіться. Плохі сестри. І мало того, вони пели у нас в ефірі, да, здесь, в Ранковій Каві, ні, 2 февраля, да, февраль. Ну, їх було двоє, правда, вокалістка Bon Jovi і It's My Life пела. Ну, якщо хтось пам'ятає цей ефір. Отож, на Ранкову Каву також шукайте Ранкову Каву в інтернеті і знаходьте це відео. Насправді дуже цікаво. Я вже чула і не тільки від тебе про цей проєкт, про цікаву новинку. Тож, ну, а вже забронірована є якісь тобі столики? Ну, дуже слабовато ми бронюємо, я не розумію, ми боїмося чи як, тому що на корпоративи 16-17, я розумію, там... Делайте корпоратив, заказуйте. Кстати, дуже удобно, вам не потрібно заказувати окрему програму. Закажіть просто столик, і у вас буде там ще й корпоратив. Дополнительно с программой «Живое караоке». Ух тышечка! Ну это та ух тышечка, но люди уже давно побронировали, понимаешь, новогодние корпоративы, и возможно вдруг поэтому... кто не успел, а я думаю, еще такие у нас есть. Возможно есть, это же да. Кировоград. Тут заранее нужно как-то все думать, ну ладно. Насправді цікаво, дякуємо тобі, Діма, за ще один довгоочікуваний цікавий проект у нашому місті, дякуємо. Поэтому напоминаем, что 16-18 в 7:30, Малина, улица Попова, 22А, приходите. Бронируйте сегодня столики и получайте наслаждение, удовольствие от живого караоке. Будете фронтменом какой-то группы или Лепса, я не знаю, например. Вот. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Да. Ну а мы двигаемся дальше. Увидимся после следующей рубрики.